Друзья, всем привет, с вами Капанда, и все-таки да, я сделал это. Я затащил survival режим выживания в соло в одну каску, в единичку, в одну оденешенек, один, в Roblox Tower Battles. Как мне все-таки это удалось? Вот я играл такой колодой. То есть я все перепробовал, вообще было порядка 30 попыток, и затащил я все-таки этой колодой. Это в основном для начала меня очень хорошо спасал именно эльф. Эльф стреляет в толпу и справляется с мобами, которые бегут пачками. Далее у меня был файзер, джипы, фермы и Z стандартно. В конце концов, когда я прошел все эти мелкие волны в начале, я все это продал добро и поставил чисто 5 Z-ов. Это было еще до нерфа. Сейчас их уже 4, а раньше можно было поставить 5. Еще и жизнь у них сейчас урезана. 7800, а можно было 8600. И у меня стояло 5 Z-ов и 10 файзеров. Вообще статистика боя такая. 5 зедов, 10 файзеров, 38 волн я затащил. И в конце у меня осталось 687 тысяч жизней. И потерял я при этом всем всего 2 хп. То есть я затащил с 98% хп. И где-то примерно 30 попыток было всего. Я пробовал и миниганчиками, пробовал и риоганерами. Кем я только не пробовал, но было очень тяжко. Но все-таки я это сделал. И теперь вы просто можете глянуть на перемотки, как я действовал, кого я ставил, как я продавал и как все-таки мне удалось победить в соло режиме на 38 волн. Все, друзья, приятного просмотра!